А земля круглая, да? Да, круглая. Пипец, слушай, шарик такой. Смотри, он круглая земля. Сейчас, погоди, надо встать так, чтобы его видно было. Что она круглая, что ли? Да, да, да. Слушай, ну ванизм здесь, это невозможно. Ну вот ночью, поэтому вот эта хрень сюда и принул, приходит к нам. Нет, Серег, это купол новой обсерватории, Серег. Новый, да? Да, да, это новая обсерватория. Я боюсь, чтобы там не показалось. Вот, смотрите, граждане, что это такое? Ну, новая обсерватория, точно. Сейчас как откроется, и телескоп выйдет, блин. Все в пузырях. Пузыри. Пузыри вы мои пузыри. Вот тут наша смерть. Много смерти. Много смерти. Вот хорошо видно, что они насыпали слой приблизительно сантиметров 40 песка. Весь песок полностью за сегодня смыло. Вон, видите, остатки только остались. А вот слой по высоте видно. 40 сантиметров песка полностью все смыло. Решеткой. А помните, какая красивая картина была с воздухом? Все это было песочком ровно засыпано. Все, нет больше песка, один только дождь. Все маты их не вон, все побиты, гидроматы. Осталась только пленка. Он охранник за нами прям неотступно ходит. Молодец, надо премию. Надо премию, обязательно, да. Ребят, вот что вы не закапываете, я не пойму. Почему не откачиваете? Кошмар. Вот все течет в реку. Вон он. Река в реку. Значит, смотрите, течет с ловушки южной стороны. Вот южная сторона. Вот помпа ихняя стоит. Течет вот здесь, промыло полностью. Смотрите, что происходит. А теперь самое интересное. А вон с восточной стороны. Видите, что в реку течет потоки? Мужики, а вы что, я не пойму, не закапываете это и не откачиваете, почему? Ой, кошмар. Ой, кошмар. Накрывают они. Все сюда, да? Че они за... Мужики, что они закапывают? Затрава вся в реку идет. И она хоть закопаете и откачиваете. Че, команды нет? По-русски. Да, не знаешь, что, ага. Мы сейчас тебя снимем, блядь. Завтра приедет министр природоохраны. Ой, кошмар, что здесь творится. Министр, Богом, блядь. Он вас надежный. Да им-то чего, господи. Фотографировать на фоне красоты Кавказского Волгоградского города.